поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу меда дикого за Сибирь великую. Здравствуйте, друзья. Продолжаем наш разговор. Вот. Сейчас мы с вами начали новую тему. Это всего лишь пока вторая серия, но надеюсь, будет когда-то и 22. Итак, у меня новая серия будет называться примерно «Шаг или шаги в будущее». Вот эта вторая серия будет называться так. Значит, Ботнер, Б.И. Ботнер, садовод Б.И. Ботнер, шаги в будущее. Представляете, его нет в живых. Вот. Вот этого человека нет в живых. А я такое название придумал. Шаги в будущее. Вот. Почему так надо? Сейчас поймете. Значит, какие-то выводы, какие-то мои комментарии будут потом. Я просто перевожу на звуковое, так как разучились люди читать. Это статья моя. Вот, разучились читать. Будем говорить. Поехали. Вот. Статья называлась «Рядом с великим». Борис Иванович Боднар. Борис Осипович Боднар. Знакомьтесь, гидростроители с поселка Черемушки, пригород Саяногорска. По совместительству лучший, самый успешный из саяногорцев садовод-любитель Боднар. Думаете, в нашем благополучном краю он затерялся среди других? Нет, давайте смотреть. Вот. Его нет живых, царство его небесное. Вот. Его особо и не знали, его горькие слова были такие незадолго перед смертью. Константинович, мы с сыном обшарили весь интернет. Меня нету. И этот человек один из двух-трех, которых я называю современными гениями. Они давно обошли 20 век и 19 век. Но те стали классиками, хотя во многом ошибались. Вот. А он не стал. А я буду твердить свое. Книги его можно переиздать, но еще надо найти. Но все это грустно будет потом. Поехали. Я цитирую сам себя. Его искусство по выращиванию самой капризной и неморозостойкой культуры черешни не имеет аналогов на всей территории холодной части России и мира. Можем брать холодную часть. Всей России. Абсолютный мичуринец. Книги Мичурина и его садовая библия. На данный момент это не просто лучший черешня в Санкт-Сибири. Он единственный. Мой садик, я не считаю его конкурентом. Это как он вагон, а я тележка. Вот так. И учтите, друзья, когда он будет вешать лапшу на уши перекупщики саженцев, вот якобы сибирских плодопитомников. Вот. Нету в Сибири плодопитомников, нету в Сибири черешневых садов. Эй, как там? Омские эти питомники. Привет. Как? Угостите черешни? Если что, можно раньше, если будете это, учиться сами. И когда-то у вас будут тоже черешни. Вот. Так. Первое поколение черешен было выращено Борисовичем из магазинных косточек. И только потом, отобрав самые зимостойкие сорта гибриды, он начал на них прививать более капризно на морозы свои любимицы. Вот. Студентке из Омска Юлии просто повезло. Сейчас я увеличу, чтобы вот так вот. Ага. Вот. Это моя ученица, кстати. Хочу Боднар. Хочу. Ну, пожалуйста. Такие, как Борис, студентки из Омска, Юлии просто повезло. Такие, как Борис Осин, всю страну единицы. Вот. А это уже Сергей Железов, мой сын. Моему сыну Сергею тоже повезло. У Бориса Осина нет секрета от молодежи.
черешни Борисовича вкуснее привозных в Средней Азии. Вот тут я ставлю свою эту. А то ни разу не сколько. Раз 10 я вспоминал его, там, фильмы, статьи. Вот. И вспоминаю его первое это. Как он мне говорит, вот первое, когда у него был. Это много-много лет, 30-40 назад, когда, сам не знаю когда. Когда у него был первый хороший урожай, вот 4 ведра черешни, повез на рынок, чтобы продать. И, наверное, дешево продал, потому что подошли к нему не русские, ну, скорее всего, азиаты. И не торгуясь, купили 4 ведра черешни. А, и все. Вот так. С этого началось. А то, что у него уникальные косточки, он имеет такой урожай. Но он мог бы продать косточки. И второе. Я потом все забываю. Поэтому еще и второй пример приведу. Я встречал его пару раз на рынке, когда он стоит и продает черенки черешни. Вот этой вот черешни. Вот, желтая черешня, видите? Вот, вот такая. И вот он. Поговорим и дальше. И вдруг проходит пару лет, тройку лет. И он с такой обидой, я к нему иногда заезжал, вот, все-таки выдающийся человек, то, а с кем мне дружить-то, а? Естественно, первым с Бодровым, вот. Так вот, он тогда сказал мне, говорит, как меня унижали, оскорбляли на рынке, на Саяногорском рынке. Вы че тут какой-то мусор привезли, вы саженцы бы привезли. Вот, а че-то нам эти ветки нужны. Вот это было горькая правда. Мне-то проще, я ветки рассылаю в железо по всей России. И найдутся люди, которые не считают его ветки, там, допустим, мои ветки, не считают их за мусор. Но таких все равно один из сотни, из тысячи один. А на рынке он перестал возить чуть на продажу эти оттенки. Вот так вот. Ну, а я у него раздобыл само собой. Вот. Ну, а дальше я пытаюсь. Тут крутой склон где-то градусов 45-50. Вот. И получается, это высоченная черешня. А к ней легко было добраться, потому что я от нее слева на склоне. Из-за мощного роста черешин Борису Иосифовичу приходится из детства подрезать центральный проводник. И тем не менее, большую часть роскошных плодов съедают птицы. Увы, у нас нет крыльев. Вот. Вот это вот, видите? Вот так он сразу только начал расти, сразу раз центральный проводник. Но, знаете, наверное, вначале у него еще такого опыта нет. Сейчас я не могу показать особый снимок, я показываю только пень. Я не могу обойти этот момент. 15-метровая черешня. Когда я впервые с ним познакомился, приехал к нему в гости, и он меня повез к себе на участок, я ел, угощайся, я ел черешню, жру. Я ж на риск-то приехал-то сюда. Вот. Где мне эта черешня наесться? Я ел только несколько раз, когда угадывал летом, редко же удавалось вырваться на Украину, в родные места, в Херсонщину. Вот. Редко. И тогда получалось, что я его редко-то ел. А в советское время, извините, черешня-то не продавалась, как сейчас, когда я продаю чуть ли не круглый год. Непонятно, как сохраняю, чтобы не гнила. Вот. И тогда получалось так, что я наесться не мог, я жрал. Я тогда косточки выплевывал, я не знал, что их надо. Было карман. Это сейчас ко мне ездят и по карманам складывают. Едят черешню, едят вишню, сливу, вот, абрикосы. И косточки по карманам. А я радуюсь, когда они по карманам складывают. А тогда этого не было. И вот она выросла, его черешня первая, та, которая угощался. Она тогда была 6 метров, я дотягивался до веток. А потом стало 15 метров, и она заняла половину участка. 4 сотки. Как он мучился. Он его этот. Я горькую правду говорю, даже опережая события. Там я не помню ниже какие фотографии.
Он в Абакан. И у меня уникальный сан. Дайте землицы, пожалуйста. Во! Это такое отношение было, есть и всегда будет. Почему? Чиновников, которые имеют власть, им что, нужна эта через свобода? И вот так вот было. Горькая правда. И вот я пишу. Это особый снимок. Перед вами пень. Почти метр в диаметре от самой большой 15-метровой черешни. То, что несколько лет назад была запечатлена на фото номер 11. И вот смотрите, пень какой гигантский. Вы видите, тут метр хоть вдоль, хоть поперек. Вот это было гигантское дерево. А я уже про него несколько статей написал. Даже где-то по сибирским газетам оно уже разошлось. Но ведь нету. Есть научные институты, есть всевозможные эти ГСУ и прочие ГСМ. Как их там называют? И тогда никто ноль... А, нет, вру. Расскажу всю горькую правду. Приезжали, клянчили черенки. Говорили, все, сейчас мы быстро произведем эти самые испытания. Мы вам привезем сертификат. Вы будете обладателем фирменной, единственной в своем роде, сорта. Это будет ваш сорт, Бодра. Проходит несколько лет, тишина, и он мне уже железово говорит. Ну, пусть только покажутся. Я встречу их хорошо наточенной лопатой. Но это он, конечно, в горячах так говорил. А вот это пока была жива, и даже моей информации хватило бы. Вот. Читали везде, по всей России читали. Москва читала мои статьи. Я тогда был на верхушке популярности. Но ведь можно было на ней бирку повесить специально. Охраняется, так же, как есть старые, разрушенные, никому не нужны дома, охраняется законом. Вот, подходить к ним нельзя, и дальше разрушается. Денег на реставрацию нет, и так они стоят, а здесь. То есть, черенки надо было брать. Только я один-то и взял. Я вырастил следующее поколение, десяток черешин, и все. У меня порох кончился. Мне скоро 75. А Боттер в могиле. Вот что мы имеем сейчас. И, пожалуйста, получастка затенял 15 метров дерева. Жрали только птицы. С вертолета или вышку туда не заедет никакая вышка, даже эта пожарная не заедет вышка. Потому что там склон 50 градусов. Высказался Железов. Увы, она все плоды отдавала птицам, гигант, однако. И занимала большую часть от 400-го участка. Горькая правда. Борис очень известен научным кругами. Лично о нем пишу лет 10. И он участник съезда садоводов России. Он, я не поехал. Меня там прямо с трибуны это самое оскорбляли. Я рассказывал. Прямо с трибуны. Я не поехал. Может, при мне бы не стали бы так резко выражаться. Но меня-то не было. А он выступал. Ему аплодировали. Он в президиуме сидел, съезду садоводов России. И что? Ничего. Я дальше пишу. Но так и остался невостребованным. И это при том, что фактически гибридная черешня является самым эрозойкими в мире. Понимаете? Я уж не буду и про ее оппонентку вспоминать. Вот. Которая ни на метр не приблизила черешню на север, хотя есть эти попытки. Почему? Продвигала и калечила. Дальше я пишу. Это у меня все время вырываются эмоции. А я ничем не могу помочь чудо-садоводу и замиранием сердца жду, когда он выпилит еще один шедевр на фото 12. Без воли дола невозможно смотреть, с какой плотностью растут, мешая друг другу шедевры мирового значения. Вот эта смена. Это еще на тот момент, когда я делал фотографию, было еще живо. Я смотрел, шапка сваливается, когда смотришь вверх. Это ужас, высота какая. А это я прокомментирую так. Редко кому удается выращивать саженцы, у которых на второй год растут плоды, не уступающие по вкусу и крупности своим знаменитым собратьям из Турции, Украины и Молдавии. 13-й год. На улице первый снег. Середина
сентября. На круглом столе в городском музее Великий бодро угощает наш старогорцев последними черешнями. Представляете, черешня это его-то время черешни надо. Вы сами знаете, даже у нас в Сибири это июль, как у меня, например. А тут даже не август, а сентябрь. У него гибриды расползлись. Ранние, поздние, средние. А, наука. 14-й год. Состоялась Сангорская выставка. И вы можете воочию увидеть его роскошные, вкуснейшие черешни, абрикосы, сливы. И это в самый неурожайный, жестокий год за последние 30 лет. И книги Бориса Иосифовича. 200 экземпляров на всю страну. Вот, любуйте, 14-й год. Сейчас нет ничего, ни книг нет. Где эти книги? Вот. С моей подачи одну книгу купила из этих Юлия Матвеева из Омска. Вы видели ее на самой первой фотографии. И все. Моя книга пошла по рукам и бесследно исчезла, которую он мне подарил. Вот это вот и есть. Так зло берет. И меня переполняет не это. И гордость за человека, и за то, что он остался непризнанным гением. Эпилог от Жерлинова. И опять от моего очередного материала веет тоской. Сколько раз меня упрекали в этом, а я вновь и вновь пишу. Уже нет почти никого из тех, кто создал то, что я называю сангорским феноменом. И их сады доживают последние годы. Оно это необычайное явление, не имеющее аналога на всей планете. Давно должно было стать садовой меккой для мировой науки. Но, увы, не станет. Сколько раз упрекали меня в том, что, мол, у вас тепло, кавычка. И столько раз я отвечал, что случись наше самое теплое по продолжительности на 2 месяца более день, зима в Европе, там не осталось бы ни одного черешня, ни одного абрикоса, слив, яблонь, груш. Им бы такое тепло. Данные Борисовича, адрес телефонный не сообщаю, он против публичности. А у него есть горький опыт общения и с ворами, и с наукой. Вот. Ну, вы понимаете, когда я писал статью, он был жив. Вот. Мои данные, да, никогда не боюсь. Последний поклон от человека легенды. Памяти друга посвящаются мои воспоминания. Борисович человек и садовый феномен. Не знаю, может еще вторую серию сделать. Давайте еще будет одна серия. На этом с вами не прощаюсь. Вот. Сколько мне осталось? Наверное, встречусь я с ним там, в райском саду. Наверное, кто отвечает там в райском саду за плодоводство, наверное, скажут, Борисович, ну не подошел ты российской науке, но мы-то тебя вот расти райский сад. Пусть эти самые праведники, это для них будешь растить, черешни, да и все остальное. У тебя руки золотые, и груши, и абрикосы, и яблони, сливы, все у тебя руки. Вот. Но это первая серия. Вот. Плохо говорить, когда это уже звучит как после его смерти, это звучит уже как эпитафия. А, ладно, пока.